Здравствуйте, с вами Ольга, реабилитолог, и мы начинаем с расслабления мышц лба методом самомассажа. Делаем зигзагообразные движения в стороны и по направлению к началу роста волос. Переходим к самомассажу головы, тем самым мы расслабляем сухожильный шлем. Не забываем про височную область, там скоплено напряжение. При поднятии бровей вверх у нас морщится лоб. Этого нам не нужно. Поэтому мы создаем сопротивление и кладем руку на лоб, начинаем поднимать брови, а рука не даст морщиться лбу. И таким образом мы делаем поднятие бровей от 15 до 30 раз, 30 в идеале. Благодаря этому упражнению включаются в работу и расслабляются мышцы лба и головы, что очень необходимо для подтяжки овала лица в целом. Губы сворачиваем в букву О и массируем, расслабляем носогубную область 3 раза круговыми движениями. От середины подбородка проводим немного вправо по кости нижней челюсти и находим выемку. Фиксируем мышцу в этом месте левой рукой, а правой проводим к мочке уха от 5 до 7 раз. Затем с другой стороны также находим выемку, зафиксировали мышцу в этом месте и начинаем уже левой рукой проводить от этой выемки к уху. Массируем область ушей несколько раз, так как это зона сильного напряжения, поэтому важно о ней не забыть. От скул опускаемся на 1 сантиметр вниз и находим точку, под которой происходит движение челюсти. Здесь наибольшее спазм и напряжение. Выдвигаем челюсть вниз и одновременно начинаем нажимать на эти точки. Только без фанатизма, не переусердствуйте, потому что будет болезненно. С каждым разом будет легче. Делаем 3-5 раз. Подтягиваем овал лица, включая в работу мышцы нижней челюсти. Для этого кладем под подбородок, сомкнутые в кулачок руки, и начинаем медленно опускать нижнюю челюсть. Руки – это как некое небольшое сопротивление для работы. Таким образом делаем 15, а в идеале 30 раз. Если для вас видео было полезным, не забудьте подписаться, поставить лайк и напишите свои впечатления под этим видео в комментариях. До встречи!